Собрались с целью, чтобы провести последний путь нашего земляка, который до конца выполнял свой гражданский долг и пал смертью героя. Во время того, когда мы находились здесь, он со своей смертью обеспечил нам спокойное существование мира. И те ребята, которые находятся там, дают нам возможность спокойно спать здесь. Низкий им поклон за это. Добрый, честный. Всегда приеду на помощь. Хочу про Андрея сказать только одно, что это была личность. Вот, я не знаю, если бы так не получилось, как получилось, то я думаю, это был бы или будущий генерал, или главнокомандующий, не знаю, всем миром. Это была личность просто. Его попросишь, он сделает. Вечером человеческое обрети спасение, тобой добрящий рай, Богородица чистая. Прощаемся с нашим земляком, погибшим при исполнении своего воинского и гражданского долга. Уважаемые родные, близкие, павлоградцы, сегодня здесь всех нас собрало страшное горе. Еще полгода назад никто из нас не мог представить, что на нашей мирной Украине будут гибнуть в бою молодые ребята. Герои не умирают! Герои не умирают! Герои не умирают!